драйвер открыть. Он один, как они вдвоем. Лиса? Лиса? Ага. Я еще не вижу. Ну, морда, да, смотри, у него покоцана, да? Вот уже, да. Вот по ноге. Молодая, нет. Вот по вот, да. Голову вот попал. Ноги, да, уже потом. А, ну, два раза, может, да, один раз я его попал в ногу, или ты ну, куда-то. Потому что после второго выстрела он сразу свалился. Обрати внимание, как его произошло. Охренеть. Вот. На сколько острее, чем у собой? Смотри, выбил. Видишь, выбили, вот он, клык. Клык. Вот, разбили. Острые. Поэтому собака травмируется сильнее, чем лиса. Наверное. Так и понимаю. Потому что лиса зубами как... Уссурийская тайга Дальнего Востока – это единственное место в России, где обитает популяция гималайского белогрудого медведя. Рыболовно-охотничий клуб «Три пятерки Hunt Fishing» приглашает вас на трофейную охоту на гималайского медведя. Мы поможем вам добыть эксклюзивный и редкий трофей –